Неужели здесь нет поселения? Грибы какие-то. Это заброшенная хрень какая-то. О, а это убежище 81. Это интересно. Wants to remind everyone that you are not welcome there. Upper stands residents. Johnny Mercer is up next. I don't think it's all that great, really, but I like it. Короче, надо, знаете, куда? Сюда. Police station. Кстати, почти до Diamond City дошли. Нифига мы далеко ушли. Бля. Может, мы до Diamond City доковыляем? Где-то там. Вот это вот большое городище. Да ёлки-моталки. Нихрена себе. Как его убить-то? Куда ему стрелять? Подождите. Слишком много насекомых, и я слишком слаб. Блин. Меня просто какие-то насекомые позорные убивают. Мы пытаемся дойти вот до Diamond City. Но сначала туда надо на пешком дойти разок. Это проблема. Потому что насекомые здесь жесткие. Стреляет где-то. Господь мой бог. Это мутанты. Ё-моё. Civilization.
Да что? А здесь что? Да. Это жесткач. Прикольно. Такая девайсина. На швейную машинку старых времен похоже. Чисто аппарат. Так, все тут целы. Ёши. Ты ленивый. Эш. Кс-кс. Даже не подпрыгнул. Следжхаммер. Комбат найф. Метал лефт арм, лефт лег. Да. Чё ты с ума сходишь? Какой пистолет лучше? Пайпистол. Yellow Slicker Head. Dirty Postman Head. Во. У нас сейчас такая шляпа. Ну, фуражка. Но. Теперь мы идем в инвентарь. Выбираем вот такую фуражку и смотрим. Нравится ли нам такая фуражка? Какая там фуражка лучше? Почтальона? Или капитана? Вот посмотри.
Мари. Ну, это более эпично. Да, лучше этого останется. Это круче. Качество. Чё, чуваки, как у вас тут движуха? Я? Как поживаешь? Сколько у нас там места? Мало места. Все равно, ну да ладно. 17. Блин, патрон вообще нет. Короче, можно сходить в убежище. Либо, пока не надо нам эта лазерная супер пушка. Блин, даже не знаю, нужна или нет. Можем просто прогуляться. А, одна штука только. Мы можем морковку посадить наконец-то. Ах, у нас уже есть морковка. Но мы можем, блин, еще к морковку посадить. Чисто поле морковок. Тут люди у нас работают. Раз морковка, два морковка. Еще надо морковку оставить, наверное. На будущее. На другой этот наш. Фрут плант. Мутфрут. У меня этого мутфрута вообще в порядке. Тато плант. Можем дойти до вот этих чуваков сейчас. По верху. Возьмем пистолет какой-нибудь. Позорный. Где патрон дофига. А, блин, робота будем брать с собой. Где он там? Робот. Кс-кс-кс-кс-кс. Гоши. Codsworth. Come with me. Yes, of course. Lead the way, sir. If you're the kind of person who's tired of living in Diamond City, and you maybe want a adventure or something, I guess you have a new option. The settlement of Sanctuary has, I guess, been founded to the west there. Good luck to them with, you know, the whole... Other news, it sounds like maybe the, not other news, it's actually the same news, the Minutemen were involved in this, that's the Minutemen, I thought they were kind of done for, it sounds kind of crazy. Я не туда иду, ну ладно, налево, короче. It would be super dangerous, I bet. I hope you like this one, the song, I mean, not this. It's Ella Fitzgerald! Hey. Sir?
Hey, Codsworth. Another is already in the works. Your thoughts? I wonder what Diamond City will be like. If the name has anything to do with it, it must be quite nice. Are things all right between us? A bit uncertain these days, I'm afraid. It's as if I no longer recognize you sometimes. I can't imagine the man I once knew making the choices you do today. That's all for now. All right, then. Как его зовут? Корнсворф? Кодсворф. Окей. Туда хоть идем, да. Примерно. Фигась, там спутник. Мы ж там были, да? Или нет? Спутник там гигантский. Или он в горах? Куда нельзя, типа? Нет, реально, приемная станция какая-то. Мы здесь не были еще, кстати. Ничего себе.